Друзья мои, я вас всех приветствую в моем любимом Роблоксе. Обожаю эту игру. И сегодня у нас на повестке дня режим, который мне советовали уже 1000 раз за последние 2 дня. Это Destruction Simulator. Это вышел новый режим. И здесь нам нужно все стрелять и разрушать. То есть режим называется Симулятор Разрушителя. Так, смотрите, что у меня есть. Я, если честно, в него не играл. Я только сел и сейчас буду смотреть вместе с вами в прямом эфире. Так, у нас есть офигенный пистолет. Смотрите. Пистолет, у него внизу прицеплен фонарик, да, светодиодный, с 4 светодиодными лампами. Наверное, он будет даже в темноте разрушать. И также у нас есть офигенная осколочная граната F1. Если ее бросить, наверное, оторвет руки-ноги. Мама, не говорю, лучше после того, как ты ее бросил, убегать. Так, дальше я вижу, у нас есть sell, то есть это продавать, и есть... шоп, где можно будет покупать. То есть наподобие также наших симуляторов копателей, я так понимаю. То есть есть, что ты нафармил. То есть у нас есть кубики. Это типа наш рюкзак. Его можно будет тоже, наверное, апгрейдить. Я еще не знаю пока. Давайте посмотрим. Так, вот, есть у нас пистолеты, да? 5 секунд. Это что такое? Reload, перезарядка. И explosion — это взрыв. Понятно, короче, 5 секунд перезарядка и, ну не знаю, это сила, да, наверное. Сила 5, ну не знаю, 5 взрыва, пускай так ее назовем. Так, за 40 монет уже 4 перезарядка и 10, все понятно. Уменьшается у нас скорость перезарядки и растет с, ну не знаю, мощность нашего оружия суперского. Какая-то офигенская ружбайка, кстати. Жалко, ее нельзя в трехмерном пространстве покрутить. Я бы хотел посмотреть, как она... с других сторон. Так, это Flame Tower. Это, короче, флеймер. Понятно. Advanced Flame Tower. Обалдеть, бишь. Вот эту штуку надо было, наверное, добавить в симулятор пчеловода, да? Было бы офигенно. Chicken Cannon. Короче, стреляет, что ли, цыплятами. Смотрите, здесь даже есть лапки. Лапки цыплят. Они, наверное, после того, как вылетают, те хотели отомстить, здесь пробегают. Обалдеть. Shark Launcher. Стреляет ракетами, либо какими-то шарками. Это же акула, да, у нас? Якорь, пушка. Чё только тут и нет. Короче, это обалдеть. Отдельный ролик нужно только снимать, потому что здесь какие есть всякие плюшки. Ну чё, ладно, мне уже не терпится пойти что-нибудь разбомбить. Смотрите, локет. Требуется 5... всё понятно. Это вот, наверное, дальше ехать и назад. Все понятно. Чем дальше мы едем, тем у нас более высокие уровни. Чтобы их открыть, наверное, там то же самое падает еще и больше плюшек. Вот этих вот кубиков, да? Ладно. У нас Level 1 Open, первая локация. Давайте зайдем и посмотрим. Так, у меня есть пистолет. С этого пистолета могу пострелять. Вау, нифига себе, как она разлетается. Обалдешка, ну-ка гранату. Гранату, ну-ка давайте вот прямо вот сюда вот. Ой, куда сюда ты ее кинул? Траву, что ли, буду вырывать? Ну-ка, я вот сюда могу как-то зажать и кинуть. А где она? Где взрывается моя граната? Че, что ли, нужно подбегать прям? Так, ладно, вот здесь ее заложим. Вау, нифига себе рванула, обалдешки. Не, ладно, давайте лучше с пистолета. Бэм-бэм-бэм. Ой, такая мельная. Один выстрел делает этот пистолет, и потом 13 часов перезаряжается. Ну, я так утрировал. Ура, наконетушки, кокетушки. Я накопил 2-й уровень. Теперь я крутой разрушитель. Да, я шучу. Конечно же, я здесь нуб. Ладно, что еще можно здесь разрушить хотя бы? Для начала, что можно... Так, мне нужно накопить хотя бы свой рюкзак. А, это типа у нас перезагружается мэп, карта. То же самое, как в майнинг-симуляторе, когда у нас Cave Collapse, да, происходил. Ну, понятно. Короче, мы все разрушили, и после этого нам нужно время, чтобы все восстановилось. И после этого мы будем опять беспределить. Давайте. Я был плохим мальчиком. Я не то что не заработал себе на Новый год подарок. Мне еще и нужно опустошить свой рюкзак. Все понятно, я продал. Если не ошибаюсь, по-моему, следующая пушка стоит 40. Ладно, давайте. Забежим и еще что-нибудь поразрушаем. О, тачка. Ты припарковалась не в том месте.
Я буду как Джуди Хопс, буду выписывать вам штрафы. Здесь неправильно припарковался. Здесь. Не, смотрите, кстати, как прикольно они разрушаются. Прям по физике. Бэм! И переворачивается, да? О, уже что ли опять полный? Окей, продать. Так, 53. И если не ошибаюсь, мы можем купить себе уже новый ствол, да? Смотрите. Вау. Explosion, взрыв был 5, а теперь станет 10. И перезарядка была 5 секунд, а станет уже 4. Но это же гораздо вкуснее, да? О, смотрите, бомбы есть и бэкпаки. Точно, бэкпаки, вот они. 30 не хватает. Ах, на 25, на 75. Обалдешечки, сколько их здесь? Обалдеть, Infinity тоже за робаксы, да, за 800, точно так же, как и был, если не ошибаюсь, в майнинге симуляторе. Окей, короче, на миллион вместимо за 15 лямчиков, да, фигнюшечки, сейчас зафармим за 5 минуток, ну, точнее, за 5000 часов, наверное, да. Так, смотрите, у меня появился новый ствол, ну-ка, дайте я хочу разглядеть, какой-то плазменно, какая-то, не знаю, нет, это не винтовка, это пистолет. Плазменный пистолет. Сверху что у него там написано? MSL-X20. Обалдешки. Снизу какие-то воздухозаборники, да? Для того, чтобы охлаждать на ствол. Когда мы будем делать вот так вот. Бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм-бэм. Ну, к сожалению, нельзя вот сюда стрелять. Ну, ладно. Бум. Дается нам гораздо больше уже, видимо, ну, этих вот деталей, я не знаю, от разрушения и опыт, да? И дает еще и опыт. О, мы уже накопили, что ли? Обалдеть, ладно. Ну, суть понятна. Короче, мы копим более высокое оружие на него. Далее, с этого оружия нам выпадает гораздо больше деталей. На эти детали мы опять покупаем более высокое оружие и более высокие бэкпаки. Так, сколько бэкпак там стоил, я уже забыл. Бэкпак стоил... Ой, 30? Да, ну, за 30 не буду копить. За 125... Вот, давайте сразу на... Ну, не 600, не на 30, давайте на 125, да. На 125 мы сейчас быстренько с вами нафармим. Так, а сколько у нас будет стоить следующая локация? 5-й уровень. Обалдеть. А у меня пока 3-й. Ну, чувствую, друзья, если вам понравится этот режим... Что творите? Аккуратно, ребята. Аккуратненько. Ну-ка, я могу... О, смотрите, я даже могу стены ломать. Обалдеть, это уже мне нравится. Можно даже стены разломать. Бэнчик. Клана нашего машины. Давайте будем просто крушить все здания. Кто это построил? Архитектор не построил неправильно здание. Оно все развалилось. Оно должно было выдержать. Я сказал, оно должно... Ой, как быстро вообще у нас закапливается рюкзак. Да, я так понял, что самое время сейчас купить уже рюкзак. Потому что у нас очень быстро он заполняется. Мы не успеваем просто. Так. Давайте, давайте, давайте. Все. И за 125 монеток. 125 монеток. Рюкзак. Ой. 75. Так, на 250 за 125. Все, правильно взяли. Выходим. О, на 250. Термогу долго что-то бомбить. Ну, понятно. Это только начало. Я тем более, сколько уже тут режим вышел, я только сел в него играть, потому что я пилил видосы по Рагулю, по Tower Battles, вы же знаете. Ого, ты меня подкинул-то, а? Поэтому я только сел и только по вашим многочисленным просьбам в него зашел. Обалдеть, уже по 12 дается в деталях, да? Поэтому я никуда не тороплюсь, я буду вместе с вами, самое главное, без доната. Все здесь потихонечку исследовать. Если вам понравится, мы снимем бенчик. Еще продолжение. Здесь сидели зрители. Зрителей нет, поэтому можно все здесь разнести. Да. У меня такое настроение. Хочу все бомбить, крушить и уничтожать. Так, только главное по моим подписчикам и по людям не попасть, да? Кстати, я так заметил, то, что за машины, по-моему, больше дается опыта, нежели за постройки. На самом деле-то в реальном жизни постройка-то гораздо дороже. Дом построить, чем машину-то, да? Вау, дается уже по 17, по 12 и по 3 экспишки. Ну, экспишки, кстати, не так много. Так, давайте пока у нас там все восстанавливается, мы сбегаем и все сдадим. Ребята, подвиньтесь. Видите, здесь Капандыч пришел. Очередь. Очередь. О, машины.
Я хочу сломать эту красную. Там тем больше что-то стоит. Бенчик. Разлетелась восьмерочка. Голубенькая машинка пошла. А, пошла желтенько. О, а кстати, мы можем сменить локацию, да? Давайте, смотрите. Open. Level 5. Забегаем. И тут стопудово нам будет давать гораздо больше. Но я понял уже эту систему. Мы не раз играли в такие режимы, да, друзья? Кто уже понял систему, ставь лайкос. Систему я понял. Вау, нифига себе. А можно я просто сяду и покачаюсь в этом ковшике? Я не хочу его ломать. Я шучу, я, конечно же, хочу его ломать. Я хочу сломать гусеницу. Хочу сломать вторую гусеницу. О, у нас здесь есть большой трак. Здоровенный, офигенный. Промеж колесами бенчик. Оторвало. Смотрите, как он просто по физике разлетается. Не, мне уже начинает это нравиться, друзья, да? Вам нравится, а? Нравится, нравится? Мне нравится. Бенчик. Большой трак просто разлетелся в хламину. Хламину. Это у нас что-то было. Не знаю, что это такое было. Какая-то горка. Но она тоже разлетелась. Здесь что такое было, тоже непонятно. Но она тоже уже разлетелась. Тут просто все в хлам. Ой, ой, тихо, тихо. Смотрите, какой бульдозер. Обалдеть. А можно на нем порулить? Я знаю, что нельзя, но я просто хочу сесть и повоображать. Смотрите, как будто я на нем рулю. О, подписчик, здорово. Ай, граната! Берегись! Спасибо, подписчик. Спасибо. Ты самый лучший, конечно. Спасибо тебе за лайки. Спасибо тебе за подписку. Но то, что ты уничтожил мой бульдозер, я тебе никогда не прощу. Да ладно, я шучу, конечно. Так, у нас здесь даже есть фура, которая перевозит капанду. Что-то меня как-то заколбасило. Которая перевозит какие-то, не знаю, стройматериалы или что-то. Это деревяшки, да? Кто-то собирался строить дом. Смотрите, вот здесь обычно есть бензобак. Мы сейчас стреляем в бензобак. Эх, и ничего не произойдет. Я думал, она взлетит на воздух, еще и меня откинет. Обалдеть. Так, ладно, а что я хочу тоже гранаты покидать. Граната пошла. Гранаты заложили. Кстати, гранаты почему-то как-то особо не летают. Кстати, ее кидаю. Она прям под ногами появляется. Ну-ка, если зажать. Почему граната сразу же... Так неинтересно. Так вообще интересно, я не могу кинуть гранату. Я бы хотел, чтобы она летела куда-то далеко. Далеко-далеко. О, у нас есть кран. Нет, подождите. Мы сейчас возьмем и вот здесь его срубим. Прямо по диагонали, вот так. И он должен упасть под собственным весом. Сейчас посмотрим. Бенчик. Давай-давай, еще разок, еще разок. А кто-то там на меня уже разбомбил его, так нечестно. И вот эту лестницу еще остался, лестницу. Вау-вау-вау, давай падай, падай. Бенч, красота. Не, прикольно, что здесь сделано более-менее по физике. Мы продали на 250, обалдежки. Я могу купить, нет, новый ствол. Новый ствол, 150. Нет, давайте за 150. Ну, не знаю, давайте я лучше за 750 накоплю. Че мы будем, а, париться? Давайте даже этот момент и я маленечко ускорю. Полетели, друзья. Так, я накопил 941 монету. Давайте забежим и возьмем новый ствол. Так, это был первый мой пистолет. 5 и 5. Следующий релоуд 4 и 10. Это мы пропустили. И сразу же возьмем за 750. Можно 1500 накопить? Нет, нет, нет. Как и обещал, возьмем здоровый стандарт лаунчер. Короче, какой-то большой здоровенный ракет лаунчер. Так, 500, нет, за 1000, короче, я буду копить сейчас 1000, либо 1000, нет, давайте за 1200 на 1000 накоплю, вот, все, короче, решил. Окей, полетели. Вау, смотрите, какой здоровый ракет-ланчер. Все, стремительно врываемся. А какой, кстати, уровень нам нужен на следующую локацию, давайте глянем. Так, это в эту сторону, так, там был пятерочка, да, у нас пятерочка с этой стороны... 15 и 10. 10 уровень нужен. А у меня пока только что еще 6. Ну ладно, мне кажется, нужно парочку вещей здесь разнести. Так, ну-ка, оставили мне быстро. По 34 уже дается. Обалдеть, здорово.
Здорово, друзья! Добро пожаловать в Roblox Simulator. Опа-на, молоко ушло. О, в колесо, давайте прям колесо. Колесо просто в хлам отлетело, да? Заднее колесо тоже в хлам отлетело. Мне здесь нравится то, что все разлетается прям по физике. Офигенно. Куда ты стреляешь, с той стороны прям взрывается. 250 сразу. Так я сразу сейчас на бэкпак накоплю, да, друзья? Но давайте мы, наверное, это все сделаем уже в следующем видосе. Если вам понравится и мы с вами наберем 3 лайка, тогда я засниму следующее видео. Но на этом я буду с вами прощаться. Смотрите, какой крутой. Прям смотрите, как эта базука чешет ушко моему пельмешке. Кто не знает, это зовут так моего хомяка. Ну что, друзья, всем спасибо за просмотр. И увидимся на просторах Roblox. С вами был Капанда. Всем пока-пока.